что ж, наши дорогие и любимые, как защитить себя в холодные дни? Как сделать образ изысканным элементом? Специальное предложение дня – шапка Гретта из натурального меха. Она уже заняла достойное место в гардеробе у многих из вас, согревая в холодное время года. Никогда еще такая роскошная шапка под шиншиллу не была по столь привлекательной цене. Цена сегодня действительно удивительная. Микола Комендров – дизайнер собственных коллекций. Начинал карьеру стилиста именно с пошива головных уборов. Микол, как Коко Шанель, да? И ты сегодня нам расскажешь абсолютно все, я уверена, о нашем специальном предложении дня. Специальным предложением дня станет у нас сегодня головной убор, без которого русские морозы не морозы и вовсе. Натуральные меха здесь идут как роскошь, которая просто необходимо себе позволить, даже если вы, как говорится, не входите в список Forbes. Безусловно, конечно же, утепленная шапочка внутри, которая создаст не только универсальность изделию, но и подарит еще защиту, потому что в ней 80% овечьей шерсти. Ну и, безусловно, головной убор, который не нужен, требует просьбы, как выбрать размеры, как его посадить на свой типаж лица. Этого сегодня мы с вами не обсуждаем. Мы самое главное выбираем для себя роскошь, богатство и шиншилловый мех. Вот, а еще посмотрите, какие расцветки. Можно выбрать для себя сегодня белый, самый светлый, самый освежающий, который будет осветлять ваше лицо. А голубой, посмотри, да, как вам дорого, изысканно выглядит. Серый чуть-чуть отличается. Вот этот цвет, мне кажется, Микол, прямо полностью имитирует именно вот дорогую-дорогую шиншиллу, да? Да, следующий у нас идет с вами коричневый. Здесь небольшой пигмент коричневого ворса. Это, кстати, мы сегодня узнаем, почему именно этот коричневый оттенок очень популярен в России. Да. Синий цвет у тебя в руках и сейчас на экране потрясающий, глубокий, сложный. Ну, по факту, сложный. Знаете, такой, как воронье крыло. То есть согласна. Небольшой сизый цвет присутствует, но в основном она выглядит как черная. Да, шапка Гретта – одна из самых популярных моделей шапок на нашем телеканале. Только за эту осень, за неполных 3 месяца, продано более 3000 шапок Гретта. И сегодня дополнительное снижение на 500 рублей именно на наш специальное предложение дня. Ольга Волгина из города Саратова оставила нам отзыв. Таких отзывов мы с вами получаем очень много. В прошлом году купила и очень довольна. Действительно, шапка, которая уже завоевала вашу любовь. Еще и потому, Микол, что, выбирая эту шапку, не нужно примерять 100 раз ее на себя, чтобы выбрать свой размер. Да, она единого размера. У нас с вами голова всегда стандартная. Идет 56, 58. У некоторых есть 54. Вот у меня, например, охват головы 54. Чего страшного, головной убор садится на все эти типажи фигуры, учитывая ваш обхват головы, формы прически и, безусловно, конечно же, формы вашего лица. Да, только сегодня специальная цена, сниженная на 500 рублей. В прошлый раз, когда у нас шапка Гретта была в эфире, цена была 2499 рублей. Микол, мы с тобой как раз шапку эту презентовали. Сегодня 1999, только сегодня на один единственный день. У меня подруга долго уговаривала мужа, она хотела именно шапку из меха. Но он ей говорит, у тебя есть береточки, у тебя есть вязаные шапки. Зачем именно шапку из меха? Так вот, зачем нам шапка из меха, Микол? Ну, все-таки это роскошный продукт. Да. У нас с вами натуральные меха всегда приятнее носить, чем обычные какие-нибудь акриловые вязаные шапочки. Это раз. Во-вторых, все-таки у нас с вами мех – это согревающий продукт. Это то, что нам создает тепло. Ленточная технология, которая, кстати, здесь выполнена вручную, а ручной труд – это еще более достойная поклона именно работа у нас с вами, и качество самого меха. Кроличий мех именно шиншилловых пород, который именуется как рекс, с немецкого означающий как недословный перевод «королевский». Он был выведен впервые, точнее, появился во Франции. Сам порода является бельгийская, то есть немецкая, но наш достаточно проворный селектор в свое время соединил именно породу рекса с его подобием другим кроликом, великаном, и вывез в Россию, потому что по немецким правилам его нельзя было вывозить. Он сделал небольшую манипуляцию, и так этот кролик рекс стал хорошо и прижился в России. Даже наши морозы еще больше дали возможности выводу этих кроликов с более тончайшим мехом. Поэтому в России кролик рекс еще и называют породой шиншилловых кроликов.
кроликов? Вот смотри, хочется такую шапку носить долго. Ведь от качества меха тоже зависит, как долго она нам прослужит, правда же? Да, качество кроличьего меха именно великанов, породы шиншилловых кроликов или рекса, она более износостойка. Меньше остевого меха, который как раз выпадает, больше подпушечного. Кожица у этого животного обрабатывается растительным путем, поэтому Минздрав очень мягкая, гибкая и пластичная, и всегда хорошо тянется. Ну и в любом случае, смотрите, ух ты! Достаточно активные можно делать прокрутки. Кто бы себе мог позволить с мехом такие воздействия? Смотрите, шерстка осталась на месте. Ну а внутри нас с вами ожидает вязаная, хорошая шапочка, выполненная из овечьей шерсти. То есть в два раза больше тепла. В прямом эфире Микола Комендров, наш стилист, показывает вам качество нашей шапки Грета. Успевайте, потому что сегодня 44% выгода. Шапка, в которой вы будете выглядеть дорого. Шапка, которая вам придаст статус. Вы знаете, это как бриллианты для девушки, да, потому что наш головной убор сразу же бросается нам в глаза. Милые наши, у нас ограниченное количество шапок. Это специальное предложение, поэтому торопитесь для того, чтобы шапка все-таки завоевала ваш гардероб, вашу симпатию. Ну и на подарок ее тоже можно заказывать, конечно же. И смотри, вот такой вопрос у меня. Когда пухлые щечки, мы часто думаем, вот эта шапка как нам сядет, именно чтобы личико не стало еще более округлым. А мы здесь не будем думать об этом, потому что помимо единого размера, она еще и универсальна для всех типажей лица. Неважно, прямоугольная форма лица с активными скулами, острый подбородок у вас удлиненный или овальный, а может быть наоборот, достаточно акцентные щечки, всем очень подойдет. Вне зависимости от национальности, славянковые, с узким разрезом глаз, острым объемным формам носа, цвета глаз карими, зелеными, голубыми и так далее, светлой кожи или темной, неважно, головной убор данной модели у нас с вами и популярен, потому что является универсальным. Теплая, комфортная шапка Грета сегодня из меха шиншиллового кролика для вас по специальной цене, специальное предложение дня. Успевайте забрать по цене 1999 рублей.